патронов 5. Просто чем выше масса оружия, тем меньше отдача. Значит, смотри, ты хочешь с плеча взять или с плеча? Да я могу еще угодно. Сейчас бы ты плечо там пройду. Так, значит, выставляем сначала прицел. Прицел здесь прогардуирован, там от 1 до 400. Вот, нажимаем эту и поворачиваем. Угу. Сюда, сюда. У нас тут дистанция примерно 100 метров. Выставляем единичку беленькую. На единичку. Далее. Сбрасываем... Ёбань. Значит... Так. Мне нравится с колена и с подмышки. Два мне отдачи не едут. Вставляем гранату. Поставили, добьешь, упал в нарезы, уронили. Потом пальчиками. Щелчка, да. Все, здесь выставили огонь. Вот. И дальше. Фишка в чем? Вот тут есть две рысочки. Одна на самом прицеле, а вторая на маятнике. Угу. Вот их надо совместить. Вот они у меня примерно совместились. Нихуя не 100 метров еще. Вот совместились, прицелились. И, чуть, и вот тут получается, что чуть ниже надо. Прицелились. Совместились чуть ниже. Прыгает. Нет, это он с рикошетом. То есть она отскочила от земли и полетела. Да, это рикошет. Это она ударила в землю, а потом в склон. Да, это можно срикошетить. Кто следующий? Выложился на мешок и вперед. Постарайся, если не уверен, лучше чуть ниже, чем чуть выше. Подмышки это как? Вот так, правильно? Да, да как хочешь. Ну да. Дача есть, но не смертельна. За вот эту дачу, да? Нет, правую руку здесь, левую руку здесь. Стреляешь левую руку. И потом ставим, что мы увидим? Не-не-не, ты по этим, по маятнику прицель. По маятнику выставлю. Угу. Я должен составить две рысочки. Там рысочки, здесь. Сейчас гранат пошли. Рысочки у нас вот это вот. Ну, нет, вот эти рысочки. Одна на маятнике, одна на среднем. На этом самом. Вставляй гранат. И пальчиком дошел. Все. Взял оружие, мы готов. Вот, ты ждешь, чтобы оно совпало, видишь, он беленькое с беленьким. Сейчас мы совпадем. Чуть ниже. Вот так как. Готов? Да. А вот. Ну нажми сильнее. Красавчик. Второй сразу. Бля, подбил мою мишень. Так, ну подожди, сейчас мы тут чуть-чуть угол усвоим. Давай. Рыточки до рыточки, а у этой наступательной у нее 3-5 метров разлет, да? Нормально. Там больше уже. Что? О, граната. А, наложил и покрепил. Кто следующий? Да? Да. Че, прикольно с ним съебашь? А самокруточные бумаги, да, бумаги нет случайно? Да. Да, попозже попрошайнике. Да, может, твой автомат подержим? Там хуй. Не, не мешает. Так. Ага, предохранитель. На предохранитель. Подогнуть слегка. Нет, мы еще с гранатомета не стреляем. Постарайтесь не перекинуть туда в поле, потому что местные едут. Как-то подогреть. Мы потом ему гранаты рассылать из кармана. Мы рассказывали, как он будет. Ну да, не хотелось бы. Вот это рысочка. Там на маятнике на этом две рысочки должны стоять. Там вроде зашли. Пожог вниз должен быть. Ну, я на вот. Высоковато целишься. Если целишься. Ага. Предохранитель еще. ОГ должно быть. Да, ОГ. Вот выстрел примерно, прицелился. Направление строго интуитивно. Удобно. А это прыгаешь? А это прыгаешь? Так,
Там одна утка. Хотя по-другому работает, сейчас я покажу. Да, у них время взвода практически нет. То есть они вот с момента выхода ствола уже взведены. То есть где-то возле себя выстрелишь, он взорвется. 15-20 метров. Ну, на промке этот рекорд побили. 5 метров положили, да? Поближе. Следующий. Ну, так по ОГС что-то ждет. Она в ответочку ударилась. Ну, да, ну что, это очень, вот это очень длинное оружие. Понял ли подсказать? Сейчас, да, сейчас возьму. Правый ты держишь где обычно. Угу. Левый ты держишь вот тут вот как правый сюда. Вот. У тебя две рысочки, видишь? Которые на маятнике, которые здесь не есть. Угу. Ну, то есть примерно так вот он уже совпал. Примерно. Может, да, чуть ниже. Построение не успеем. Вот оно надо после снять. Да что так? Нажимай сильнее. Предохранитель сними. Значит, флажок вниз. ОГ должен быть написан. Вань, нет, не надо. Работаем, блядь, по зрителю. Сейчас рука дернется, то есть я слышал. Здрасте. Здрасте. И дорогая не узнает, что какой у парня был конец. Так, мишень. Там, где ящики зеленые. Давай. Чуть выше. Я же потому мы сначала заехали на поле, там раньше. Добивай. Не сохраняйся такой, я трудился, как мишка, когда веером летел. По сути, чуть выше, да, надо? Там просто сильно надо продавить. О, красавчик. Вот обратите внимание, как осколки ложатся. Так, ну. Это я коп поразил. О. Так. Оп. Все. Шварк. Секунд 10 он взорвется. Надо. Бывает очень глючное оружие. Может они взорваться, может там увалиться. А можешь сейчас пройти пару секунд или 20 секунд? 25 секунд задержка идет. Ну давай, удевай. Там-то возле мешка еще один лежит. Вот желательно попади немножко ближе. По полю, только не совсем близко, а где-то там. Вот, на зеленом. Блин, ты думаешь, это я специально попал? Не, ну так неплохо, так под ящичек разнесло. Нет, я к тому, что просто увидишь, как сработает подпрыжка. Так, чуть ниже, да, ты говоришь? Чуть выше. Давай. Ой, не видно. Чуть ближе опал, было бы видно, как он подпрыгнул, и все поле вокруг него так в осколочку. Ну, взрыва два было, да. Следующий, кто? Так, предохранитель. Я вверх поставил, видишь? То есть ты его вниз опускаешь. Так, я заряжаю, накалываю, опускаю предохранитель, теперь сюда, правильно? Да, да. Что ну, можешь прицелиться, потому что... Что с чем совмещать? А смотри, видишь, вот, вот есть, ага. Там типа еле видная такая рисочка, вот, и сам совмещаешь, это у тебя я получается понял. Соточка. Я понял. Так, куда упирать? Подмышку просто прижал. Не, просто подмышку, просто прижал как градусник, понял? А, я понял. Секунд. Да, ну что, хлопнуло так у меня? Да. Задержка, то есть она срабатывает. И вот два метра срабатывает. Вот касание и через вейк. То есть если она не устает,
я вас понял, бля, была бомба. Она срабатывает полный.